Я в милицейском училище учусь на следователя. Скоро буду все преступления раскрывать. Майор сказал, наша школа по раскрытию преступлений лучшая в мире. А сейчас у нас в училище вообще такие ребята подобрались. Все преподаватели за голову хватаются. Майор вчера на занятиях достает картину Леонардо да Винчи. Был такой художник итальянский. Картина называется «Мона Лиза. Оригинал». Там женщина улыбается, но как-то странно. 500 лет не могли разгадать, чего она улыбается. Майор говорит, вот вам 45 минут. Кто не разгадает, тот не милиционер. У нас все разгадали. 8 человек, 8 разгадок получилось. Ну, первый вариант самый простой. Даже странно, что столько лет не могли догадаться. Леонардо да Винчи запретил ей улыбаться, а сам начал строить рожи. Кривляться. Она смотрит на него. Конечно, улыбка получилась ненормальная. Второй вариант. На улице весна. Видно по картине. То есть Мона Лиза перезимовала. Выжила. Скоро зелень пойдет. Молодая крапива. Со своего огорода что-нибудь. Овощ всякий. А сейчас у нее сил мало осталось. Не поймешь, улыбается она или плачет. Третий вариант. Все хранили деньги в банках, и тут дефолт. А Мона Лиза хранила в чулке. Теперь сидит, улыбается. Четвертый вариант. Муж у Мона Лизы вот-вот должен прийти с работы. Может быть, даже пришел. Стоит за спиной у Леонардо да Винчи. Думает, чего она улыбается как-то странно. Очень просто все. Она нашла у него загашник и все монеты перепрятала. Сидит, смотрит на мужа, улыбается. Он смотрит на нее, тоже улыбается. Но чего он улыбается, вообще никогда никто не разгадает. Пятый вариант. Мону Лизу пригласили на бал, где все будут много танцевать. Но Моне Лизе нельзя в этот день много танцевать. У нее не танцевальный день. Но тут Мона Лиза сообразила, чем надо воспользоваться, чтобы весь вечер быть свободной в своих движениях. И загадочно улыбнулась. Шестой вариант. Мужу Моны Лизы увеличили оклад в 10 раз, чтобы он перестал брать взятки. И другим увеличили. Но Мона Лиза живет лучше других. И вилла побольше, и дети учатся за границей. Все спрашивают ее, откуда у вас деньги? Муж же теперь взятки не берет. Она ни слова никому, только один раз. Достали уже, не берет, не берет. Один раз только и улыбнулась. А Леонардо да Винчи был тут как тут. Седьмой вариант. Мона Лиза так смотрит, как будто знает чего-то, чего другие не знают. Как будто она не с нами, а где-то. Кайф поймала, улетела куда-то и балдеет там. Колется она однозначно. Восьмой вариант. Муж у нее не пьет, не курит, не бьет ее. Дети учатся на пятерке и четверке. Соседка не сволочь, сосед не пристает. Квартира трехкомнатная. Чего еще? Просто мы никогда таких женщин не видели, у которых все в порядке. Вот нам и кажется, что у нее улыбка какая-то странная. Это мы все странные, а у нее улыбка нормальная. Спасибо.